Всем привет! Вы на канале Пес Вселенной. И сегодня я покажу вам всех новых LPS. Начинаем! И первый новый LPS. Вот такой вот LPS. Вот такой гибрид Тебби и стоячки. У него голубые глазки и обычные, вот видите, брики 2004 года с красным магнитом, прозрачным шарниром, потому что оригинал. Следующий LPS. Тоже гибрид. Вот так вот. С зелеными глазками. Тоже с красным магнитом 2004 года с прозрачным шарниром. Вот такой вот котик. Следующим котиком станет, вот эта кошечка. А у нее голубые глазки. Такая вот мордочка серенькая, светло-серая она сама по себе. Цветочек такой вот маленький. Она вот с серым магнитом 2006 года, с белым шарниром. Она перевыпуск, поддельная подделка, но это ничего страшного, потому что она любима. И, кстати, она очень сильно по окрасу напоминает Анетти. Вот видите, вот только вот тут есть цветочек у нее, а у Анетти нет. Такая кошечка, у нее вот еще цветочки в глазках. Следующая кошечка. Видите, с бирюзовыми глазками. Тут вот чулочка серенькая. У нее есть розовый вот такой вот костюмчик. Надпись «Пес розовый» с белым шарниром. Без магнита 2000. Вот тут вот у нее написано 7-го года. Тоже на перевыпуск, поддельная. Это ничего страшного. Последняя кошечка. Вот такая кошечка. На Бруклин. Подделка, но тоже такая вот. С серым магнитом 2006 года. С белым шарниром. Подделка, но тоже хорошая. Всем пока, вы были на канале LPS Вселенная. Пока.